что-то рассказать, то говори. Любой обманчив звук страшнее тишина. Когда в самый разгар веселья падает из рук бокал вина. Черный кабинет их ждет в твале патрон. Так тихо, что я слышу, как идет на глубине вагон метро. Счастливы теперь и навсегда. Привет, мы будем счастливы теперь и навсегда. Алика Карпенко.